Бог любит нас среди суеты и мира, в надменности, в духовной слепоте, когда приходим мы к Нему впервые или предстоим к греховной наготе. Бог любит нас, когда в тяжелой туче сомнения наши прочь уносят сон. Бог любит нас, когда мы стали лучше, но вовсе не за это любит Он. И если ты духовно мертв, не бьется, уж больше жизни сердце свет засох, и даже если церковь отвернется, запомни, все же любит Бог. Бог любит нас, и есть всегда надежда, есть Тот, который не изгонит вон. Он силен воскресить и дать надежду, хоть все святые скажут, не спасен. Хоть все святые разведут руками, не смогут ничего уже решить, Он силен и над мертвыми костями свою любовь и милость проявить. И даже если скроешься во мраке, твой прах омоет долгие дожди, и близкие уже устанут плакать, Он скажет: «Лазарь, выходи!» И если ты лежишь от всех отрезан, все отвернулись от твоей беды, в купальне под названием Вифезда нет больше возмущения воды, и ты лежишь. Что можешь ты, калека, от воплей и от стонов изнемог? Ты говоришь, что нету человека. Да, нету человека, но есть на небе Бог. И ты доверься, ты Ему доверься. Во мраке этом, где не видит глаз, через подвиг Сына, Его Сына смерти, Бог любит, любит, любит вас. Аминь. Слава Богу.